Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве. На протяжении жизни актер сыграл более сотни ролей, но сейчас, по всей видимости, с карьерой актера покончено. Артист родился в непростой семье. Отец – заслуженный тренер СССР, мать – спортивный врач, кандидат медицинских наук. Детство было далеко не бедным, и родители мечтали, что их сын пойдет в спорт, но после проваленных экзаменов в Институт физической культуры, Дмитрий вспомнил, что у него всегда была тяга к творчеству. В 1984 году Певцов с успехом завершил обучение в ГИТИСе и получил свою первую работу в театре на Таганке, но его призвали в армию. 2 года начинающий актер отслужил в театре Советской армии, после чего был восстановлен на Таганке. После армии Певцову предложили роль в фильме по прозвищу «Зверь», который был оценен довольно средне, но прославил актера, а самое главное, создал ему самобытный образ, который мы увидели позже в «Бандитском Петербурге». В 2018 году вышел нашумевший фильм с участием Певцова под названием «На Париж», который заметно разрушил его репутацию. На фильм было выделено почти 200 миллионов рублей, приглашены ведущие актеры России, но что сама картина, что ее прокат с треском провалились, и вот уже как 3 года Певцов сидит без ролей в кино, потому что достойного не предлагали, а в эпизодах, по словам артиста, сниматься уже негоже. Но, несмотря на карьерный крах, он не скучает. В конце весны 2021 года в прессе появилась информация о том, что Певцов собирается баллотироваться в депутаты Государственной Думы 8-го созыва. Артист мгновенно опроверг эту информацию, но спустя месяц на открытии штаба раскрыл все карты и поведал о выдвижении в статусе самовыдвиженца, хотя ранее к актеру приписывали партию «Единая Россия». О своей гражданской позиции Певцов говорил всегда. Только если в начале нулевых актер был близок к оппозиции, то с начала 2014 года он стал ярым сторонником действующей власти и лично президента.